Традиционным направлением Бош-термотехники являются газовые проточные водонагреватели. И на выставке «Акватерм 2016» мы представили ряд из них. Начинает линейку водонагреватель «Терм-2000», который является самым недорогим в линейке. Отличительными особенностями его является фиксированная мощность. То есть при изменении протока воды необходимо вручную установить новый уровень температуры. Данный прибор осуществляет розжиг от двух элементов питания, оснащен электронной системой розжига, электронной системой контроля безопасности, которая включает в себя контроль за наличием пламени, контроль за температурой отходящих газов и контроль перегрева основного теплообменника.